21 липня у Дніпрі розпочинається другий міжнародний фестиваль «Джаз на Дніпрі». Наш гість – виконавчий директор Пінчук арт-центру, художній керівник камерного оркестру «Времена года» і художній керівник міжнародного фестивалю «Музика без кордонів» – відомий диригент Дмитро Логвін. Яке відношення має керівник до фестивалю, до іншого зараз і дізнаємось. Добрий вечір нашому гостю. Добрий вечір. Ітак, давайте з цього і почнемо. Яке відношення к ко второму международному фестивалю имеете вы? Ну, я к этому фестивалю имею отношение прежде всего как дирижер, о чем вы сказали в представлении. Кроме того, судьба моего оркестра «Времена года» и моя лично с этим фестивалем днепровским переплетена довольно тесно, потому что еще в начале 2000-х, когда этот фестиваль, перед тем, как этот фестиваль подошел к такому длительному перерыву, мы были участниками постоянными этого фестиваля. И я очень рад, что в прошлом году, когда фестиваль возобновился, мы участвовали в нем, в закрытой программе этого фестиваля. Ну а в этом году получили приглашение от организатора выступить уже в основной программе. Мы фактически открываем фестиваль. Угу. Только вы сказали 21-го, по-моему, первый концерт все-таки 22-го. 21-го начинается, да? 22-го начинается 22-го. Фестиваль, да. Он будет это два дня, 22-е и 23-е. Два таких больших концертных пула, можно сказать, многочасовых на Монастырском острове. И мы будем играть помимо нашей программы джазовой, еще вместе с блестящей, хорошо мне известной и очень известной любителем джаза американской певицей джазовой Деборой Браун. Угу. А я, кстати, уточню, 21 числа будет большой концерт на Пирсе, а сама программа 22-го, 23-го. Ну да, я имею в виду на Монастырском острове 22-го и 23-го, а сам фестиваль 3 дня, да. Да, давайте о вашей компаньон, да, она компаньон получается по выступлению, как это все решилось? О ком? А Дебори Браун? Да. Нет, да. Она коллега, а не компаньон. Коллега, да. Да. Коллега. Она солистка, она выступает с нашим оркестром, и вместе с ней приезжают ее же музыканты джазовые, которые тоже вливаются в наш коллектив. И мы будем 21 числа репетировать вместе с Деборой Браун и ее музыкантами частью. А уже 22-го, фактически в день концерта, будет репетиция еще с той частью, которая прилетает поздно вечером. Все было очень просто. Организаторы фестиваля, прежде всего, его арт-директор Анна Рускевич, еще где-то полгода назад, наверное, обратилась ко мне, сможем ли мы выступить летом. Я удивился, что фестиваль в этом году в июле, а не в сентябре, традиционно на День города. Мы посмотрели наши планы, немножко поменяли отпускные периоды, чтобы остаться в Днепре для джазового фестиваля, участие в нем. И таким образом согласились. Потом я сказал руководителю, организаторам фестиваля, что может быть не очень правильно, чтобы оркестр играл только оркестровую программу, хорошо было бы какого-то солиста. И Аня сказала, будет Дебора Браун, хорошо мне известно, уже много лет назад она приезжала в Днепр. У нее был с ней работали? Нет, у нее был свой концерт в Театре Горького, я был просто как слушатель на этом концерте. Мы тогда с ней познакомились. И вот все склеилось наилучшим образом, я надеюсь. Дальше уже Дебора прислала нам ноты трех произведений, которые она будет петь с нами. Плюс мы добавили из нашего репертуара джазовые произведения Армстронга, Лероя Андерсона и нашего днепропетровского, днепровского композитора Михаила Григорьевича Некрича, который специально для этого фестиваля написал для нас такой медленный блюз под названием «Звездное небо». Ну, знаете, вот говорят, что в Америке сегодня джаз не очень популярен. Я не знаю, насколько это правда, там другие жанры и стили лидируют. А Дебора когда-то в одном из интервью сказала, что джаз — это такая музыка, вы никогда не знаете, кому она понравится. И куда она повернет. И куда она повернет. Потому что это чистая импровизация. Джаз, как ни одна другая музыка, как ни один другой музыкальный жанр, это музыка свободных людей. Это музыка свободных людей, свободных в том числе и от классических рамок исполнения. Mm-hmm. И вот, ну, а вообще о джазе ведь очень много всего сказано было и в давние времена Советского Союза. Помните эту фразу? Сегодня ты играешь джаз, ну, да. а завтра родину продашь. Вот сейчас, слава богу, времена поменялись. Уже давно они поменялись. И джаз это в нашей стране очень популярен. Я не думаю, что есть какой-то спад джаза в Америке. Это родина джаза, и именно там формируются самые классные новые течения этого жанра.
поэтому у меня такой информации нет. Я уверен, что джаз — это наиболее популярный жанр, потому что людям, маломальски чувствующим и любящим музыку, джазовые аккорды, джазовые ритмы, особенно традиционного джаза, как можно не любить Эллу Фицджеральд или Луи Армстронга? Как можно не понимать эту музыку? Да, современная музыка джазовая бывает сложная, но она такая же сложная и классическая. Ну, он ведь очень разный джаз. Я не Правильно. Знаю, это мое Поэтому вот мнение. Традиционный джаз — это кайф. Это представьте, с хорошим бокалом виски, с сигарой на берегу океанского побережья или Днепра на Монастырском острове. И фантастическая легкая музыка в исполнении реально больших звезд. Потому что уровень приезжающих на фестиваль в Днепр в этом году исполнителей, ну, это топовый, там, первая двадцатка мировая. Угу. Поэтому одно только имя Пати Остин или Джоди Франческо, который считается лучшим джазовым исполнителем на органе в мире. То есть это имена, которые, знаете, как в современном искусстве. Когда мы в Пинчук-арт-центре делаем какую-то выставку, и в Киев приезжает одновременно 5 топовых художников мира, на каждого из которого приезжают из других стран, те страны, где проходят их выставки, и это происходит в Киеве. Это событие. Точно такой же уровень исполнителей, которые приезжают сейчас в Днепр. И я уверен, что будут гости, которые приедут в Днепр только из-за джазового фестиваля. Не случайно, находясь в Днепре, придут на фестиваль, а приедут в Днепр специально. И так формируются, кстати, бюджеты многих городов, проводящих фестивали. Это долгая тема, можно об этом долго говорить, но в принципе не обязательно привлекать в город морем, пляжем и какими-то достопримечательностями. Достаточно организовать классный фестиваль, классный музей современного искусства а-ля Брегенц в Австрии, никому неизвестный маленький городок, в котором крупнейший оперный фестиваль на берегу Боденского озера. Ну там озеро же и какое. И один из лучших, ну да, но озеро было и раньше. Там такая красивая картинка. Брегенц стали посещать колоссальнейшее количество туристов со всего мира только по двум причинам. Оперный фестиваль на открытой сцене и музей современного искусства. Все. То есть вы считаете, что джазовый фестиваль в Днепр принесет, я не знаю, поток туристов? Нет, или должен вообще принести откроет? Поток туристов. Если этот фестиваль будет иметь дальнюю историю, будет иметь будущее, это не будет просто всплеск, так сказать, поигрались, забыли и начали делать что-нибудь другое. Нет, этот фестиваль может и должен стать одним из таких городообразующих фестивалей. Потому что, конечно, первые два года это сложно. Это нужно много информации, много вливания средств, а это всегда проблема. Но если этот фестиваль такого класса будет продолжаться хотя бы 5 лет, вы увидите, что будет в конце 5-го, начало 6-го года. Днепр станет джазовой столицей, потому что так, как сейчас Львов. А Львов? Ведь Львов же лидирует. А я не знаю, каким образом Львов будет дальше продолжать, пока... К сожалению, потому что Львовский фестиваль я очень люблю. Я много раз там бывал. Это действительно фестиваль топ-уровня европейского. Но ведь никому не секрет, что именно благодаря фестивалю во Львов приезжает колоссальное количество туристов, когда уже занимаются гостиницы не во Львове, а в окрестностях, когда уже строятся гостиницы под Львовом с учетом джазового фестиваля. А 10 лет ровно он прошел. И в связи с ситуацией, которая сейчас там, не совсем понятно, будет ли иметь он будущее. По крайней мере, такое. А почему? Ну, там же с Альфа-банком проблемы. Альфа-банк заявил о том, что с следующего года они уже не финансируют фестиваль. То есть проблемы в организации и финансировании. А это всегда является основной проблемой. А мы еще пока не встали. Или встали уже. Все-таки вот вы сказали, 2 года нужно для становления. Вот как оцените. Если этот фестиваль пройдет так, как запланирован, все состоится. В этом году. В этом году, да. То третий год, следующий год, да, этого фестиваля, уже можно считать стартовым годом для понимания того, насколько Днепр выходит на этот джазовый уровень. Но реально подойти к результатам, когда можно сказать, в Днепре серьезный джазовый фестиваль, не раньше 5-6 года. Mm-hmm. Ну так в мире происходит, это не мой рецепт. А что нужно для того, чтобы фестиваль, по вашей оценке, считался успешным? Что нужно? Инфраструктура, я не знаю, там уровень музыкантов, количество музыкантов, масштаб, что... Вот все, что вы перечислили абсолютно правильно. Конечно, прежде всего, это исполнители.
Состав, если, да, мы говорим о составе? Мы говорим о солистах, о тех, кто приезжает на фестиваль. Если мы приглашаем и к нам приезжают топовые исполнители, это уже основополагающая часть фестиваля. Угу. Дальше, конечно, инфраструктура. То, что, если мы говорим о Львове, безукоризненно работает, по крайней мере, с 6-го года проведения джазового фестиваля во Львове, инфраструктура работает фантастически. И банковская часть, и менеджмент, и организация, и развлекательная часть, и все, что вокруг него строится, идеально было так. Значит, инфраструктура — это второе. Третье, безусловно, отношение к зрителю, то есть комфорт зрителя. Зрителя, насколько, не исполнителя, нет, в первую очередь, насколько, а зрителя. Нет, комфорт исполнителя — это априори, это часть контракта. Если нет комфорта исполнителя, нет приезда в следующий раз. Значит, третья составляющая — это, безусловно, комфорт зрителя. Ты должен иметь возможность легко купить билеты. Сейчас это просто интернет, ты можешь с телефона зайти, купить, получить все. Ты должен легко доехать в этот город, а не пытаться каждые 5 минут тыкать в интернет, чтобы взять билет на поезд, как это происходит сегодня. Или иметь билет на самолет стоимостью Киев-Лондон и Киев-Днепропетров стоит приблизительно одинаково. Хотя бы не в Запорожье, а в Днепр. Да, сейчас же, знаете, да, многие едят из Днепропетровска на машине идут в Запорожье. Да. Что непросто. Ну, по времени. Конечно, это неудобно. Пересаживаются на самолет точно такой же Боинг, который летит из Днепропетровского аэропорта, и летят в Киев по цене в 4 раза дешевле. Угу. Ну, конечно, тогда первые 2 комплекта уже пропадут. Инфраструктура качество исполнителей, да, потому что никто не доберется сюда. Угу. То есть это третья часть. И, собственно говоря, если эти 3 кита работают, все остальное уже... Всему остальному уже будет сложно помешать. Ну, смотрите, о комфорте исполнителей, наверное, можно говорить, раз Майкл Мвенса приезжает 2-й раз, значит, его там в прошлом году все устроило, наверное, да? Наверное. Что важно для исполнителя? Ну, вот, не знаю, общаетесь, знаете об этом, что им важно, чтобы любому на сцену хорошо входить? Любому исполнителю, или... я работаю с очень-очень многими исполнителями, и как дирижер, и очень много как концертный менеджер, и достаточно назвать такие имена, которые, ну, просто... Так сказать, раньше я сам мог слышать или видеть только по телевидению, или на пластинках, или на кассетах. Там Джесси Норман, Владимир Спиваков, джазовые исполнители знаменитые. Я сейчас не хочу называть всех, чтобы кого-то не пропустить, но это такой большой уже список, которым можно, в общем-то, гордиться. В основном, чем выше исполнитель, чем реальнее выше его уровень, тем меньше у него требований. Проще. Но главным требованием остается всегда качество аппаратуры, качество звука, качество сцены, позволяющее ему показать свое мастерство. Угу. Вот это главное для любого серьезного исполнителя. Для исполнителя, поющего под фонограмму, главное другое. Наличие виски и вина в гримерке. Какого вина? Это еще более крутые такие исполнители, которые поют уже не под минус, а под плюс. То есть, вообще, да, им надо обязательно какой толщины нарезка лимона должна минеральная быть. Минеральная вода. Вот, вот они об этом уже говорят. Да. Серьезный исполнитель говорит только о сцене, о звуке, о комфорте, позволяющим ему показать свое мастерство на сцене. Ни о чем другом. Вы же в прошлом году были на фестивале. Да, я была, конечно, как слушатель, я не специалист, но я помню, что я отметила для себя неплохой звук. Звук был хороший. Как вот в прошлом как году специалист? Вообще все для первого раза было очень неплохо. В этом году организаторы говорят о еще лучшем качестве звука, о лучшем качестве сцены. Наверное, я думаю, что нужно думать организаторам о том, что зрителю должно быть более удобно добираться до этого пляжа с моста, да, потому что, перейдя мост, дальше все-таки расстояние достаточно приличное. Возможно, какие-то должны быть в будущем электрокары, вот такие аэропортовские, ой, которые это будут... Совсем а это совсем не... Вот это как раз самое простое. Там просто об этом подумать и сделать. Но просто это не должно быть на первом или на втором фестивале. Это может быть к 5-му организовано. Да, да. Я уверен, что то, как люди будут добираться, является для организаторов фестиваля достаточно важной темой. Но Днепр сегодня, ведомый достаточно уверенной рукой мэра Бориса Филатова, именно в ту сторону, в которой мэр сам видит это направление, и создающего для этого все условия, имеет все основания Днепр стать джазовым таким, если не столицей, то точно центром в Украине.
И тут есть команда, умеющая это делать. Тут есть атмосфера, тут есть история, и тут есть заказчик. А всегда в любом деле очень важно достичь чего-то можно, если есть заказчик. То есть тот, кто хочет, чтобы что-то было сделано. Вот сегодня в Днепре весь комплект. Супер. Для этого есть. Согласна с вами. Другое дело, удастся ли это удержать и будет ли это воля и дальше. Но если будет фестиваль развиваться, я уверен, что будет развиваться и город. По крайней мере, его туристическая часть. Ну, удастся. Я думаю, удастся. Локация такая чудесная. Ну, уже начали. Надо держать уже. Я тоже так думаю. Очень позитивные прогнозы. Давайте уточняем еще раз. Вы играете 22-го. Мы играем 22-го. Мы начинаем фактически фестиваль. Первый номер оркестровый это будет джазовая прелюдия Джорджа Гершвина. Я не буду рассказывать все, так сказать, сюрпризы. Затем к нам подсоединятся музыканты и Дебора Браун. Вот. И затем мы закончим одним таким финальным номером, в котором примут участие и оркестр, и музыканты группы Дебора Браун. И потом фестиваль фактически будет открыт. И программа первого, ну у вас, наверное, тоже это есть, программа первого вечера очень насыщенная. Насыщенная и фамилиями, это и Дада Морони, и Бенни Грин, Доминика Фриначчи, трио Винсана Буржекса, Джо Ди Франческо, Николь Рошель. Уже это такой комплект на три дня. Это все будет в первый вечер. Ну и, конечно, в конце второго вечера закрытие фестиваля – это выступление выдающейся Патти Остин. Это действительно звезда, и я думаю, что очень многие слушатели специально будут в этот день в городе, чтобы дождаться ее выступления. А я не могу не спросить так коротко. Есть ли кто-то из исполнителей, кого бы вы очень хотели увидеть в следующем году, вот которого нет сегодня, в этот раз? О, ну конечно. Во-первых, ну, это, знаете, это опять-таки это список такой огромный, потому что джазовых исполнителей в мире как раз достаточно много. Нет, и... огромный не надо. Вот нет, назовите одного-двух. Смотри, не буду я называть одного-двух. Вот, пусть этим занимаются организаторы. Я не являюсь организатором или не вхожу в арт-менеджмент этого фестиваля, поэтому для этого есть специально обученные люди. Да, конечно. И они этим занимаются. Но могу сказать только одно, что мне посчастливилось в своей жизни иметь прямое отношение к организации концерта в Ялте выдающегося джазового исполнителя Эль Джеро. К сожалению, вот недавно он ушедший из жизни. Вот это как раз то, о чем мы говорили с вами. Это был фантастический концерт уже достаточно пожилого человека, обаятельнейшего, красавца, который не просто не требовал чего-либо, а он заслуживает того, чтобы все лежали низ перед ним. А он просто каждый раз извинялся, если что-то кому-то обращался или просил какой-то поддержки в чем-то. И когда весь зал, а это был зал Ялтинской конференции европейской стратегии фонда Пинчука, когда весь зал встал, и люди, которые впервые вообще были на джазе, и это был такой подъем, это был такой эмоциональный всплеск, о котором до сих пор те, кто там были, говорят все время. Вот такого уровня исполнители должны быть в Днепре, и такие люди создают атмосферу не только фестиваля, но и города. Куда они приезжают. Ну да, ну вы тоже будете создавать атмосферу. Ну, мы здесь создаем атмосферу поскольку красиво. Просто здесь живем, работаем и обожаем нашу публику. И я вот сегодня прилетел в Днепр. У нас была первая репетиция с оркестром. Через несколько часов у меня поезд обратно в Киев. Там я работаю два дня. 21-го приезжаю и фактически только ради фестиваля. И я счастлив, что в моем родном городе я могу участвовать в таком фестивале. Супер, здорово, спасибо вам. Спасибо вам. Будем приходите, смотреть и слушать. Буду очень рад. Да, будем слушать вас обязательно. Спасибо за визит нам. Спасибо вам за приглашение. А ще раз дякую нашому гостю. Дмитро Логвін. Говорили про фестиваль «Джаз на Дніпрі». А відкриття буде 21 липня.